Хәр эшне күңел биреп эшләгәндә генә ул башкаларның күңелен җәлеп итә ала. Кул остасы Разана Вәлитова кичкенә вакыттан ук тегү, шигү, бәйләм эшләрен үз иткән. Бүгенге көндә ул курчаклар тегә, уенчыклар бәйли. Күреп үстем мин с этими со всякими там тканями, эти лоскуточки, пуговки, вот это все всегда видела, и этот, наверное, поэтому, не знаю, какое-то что-то передалось. Ну, как-то просто идея как бы зародилась, до этого я и тильды шила, получается, ну это, и вообще кул шевлянинде, и из бисера деревья тоже делала, цветы, что-то в одно время делала броши из, вот, получается, из бисера. И что-то потом, видимо, в это переросло. Как-то в один день залезла в этот, в интернет уж как обычно, и что-то увидела, захотелось попробовать таких тоже шить. Разан ясаған құршақлар орасында милли кейімдегі құршақлар да көз яуын алырлық. Ұста құлы яқташыбыз, өзінің үрек жылысын, көз нұрларын салып ясаған құршақлары білен традицияларымызны һәм мәдениетімізді сақтауға да зор үлес кірді. Милли кейімді құршақ ясау үшін ұсталық һәм тырышлық икеле керек. Татар қызы білен татар малай, вот захотелось такой попробовать шить, получилось, не получилось, не знаю. И вообще хочется не только вот татарские, какие-то еще другие национальности уже много у нас в нашем краю. И попробовать и башкирский костюм, и узбекский попробовать. Не знаю, посмотрим, пока вот так. Да, получается, все хлопок инде, набиваться и тя синтепухом. Все из хлопка сделано. И обувь кожаная тоже сделана все вручную. Волосы тоже сделаны вручную, это ангорка. Разана білімі бойынша ауыл қожалығы бойынша хисапшы хам аудит, лекин ұзақ иллар нефт үлкесінде әшлей. Тегі бойынша аның мақсус білімі болмаса да, ол өз шығылының шын ұстасы. Ясаған құршақларын шын көңілінен яқынларына бүлек итерге арата. Индир Сайфулина, Болат Минхажев, Баулы телевинесі.